Новый корпус будет оснащен самой современной медицинской техникой в соответствии с международными стандартами. И в приемном отделении будет реанимационный зал прекрасный. Допустим, привезли с травмой, тяжелой травмой больного, или с кровотечением, или ножевым ранением. Его сразу, не теряя времени, в реанимационный зал переводится. В реанимационном зале оказывается первая помощь, и он тут же переходит в операционную. Там же, не теряя времени, ему оказывается помощь. Сейчас строители заняты отделкой и подведением инфраструктуры к объекту. На сегодня освоено 60% выделенной суммы. Стоимость же объекта составляет около 4 миллиардов тенге. Завершение строительства запланировано на декабрь 2016 года. Мы учли специфику медицинского учреждения. Все пожелания и замечания руководства БСМП мы взяли на вооружение. Покупка и монтаж современного медицинского оборудования также будет производиться строго по проектно-сметной документации. Согласно главного документа, объект мы должны сдать весной 2017 года. Но мы планируем завершить строительство уже в этом году. Уникальный комплекс не только расширит границы оказания медицинской помощи, но и в свою очередь открывает возможности работать на перспективу. Бейбет Бакирович, когда он обход делал, он сказал мне, что нужно открыть реабилитационный центр рядом. Это значит рядом, что, я так понял его предложение, вот рядом находится дом ветеранов войны. Он говорил, что нужно построить новый дом ветеранов войны, а дом ветеранов отдать под реабилитационный центр. В настоящее время клиника БСМП развернута на 425 коек. Из них 317 коек хирургического профиля, 108 терапевтического. Новое оснащенное здание поможет разгрузить больницу и повысить качество оказываемых услуг. Шанару Расова, Константин Исупов, Камила Сайфуллина, информационная служба телекомпании «Отрар».